20 минут о красивой жизни в красивом городе. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В расписании успешного человека случаются не только деловые встречи, но и благотворительные вечера. Челябинская публика уже научилась отличать их от просто светских вечеринок. Люди планируют, готовятся, приобретают билеты, делают взносы. Сегодня у нас общество уже, в принципе, созрело к пониманию благотворительности, порой сострадания, милосердия. Вот желание помочь кому-то, оно, может быть, лечит больше даже, чем какие бы то ни было лекарства. Основная миссия наша – это формирование культуры благотворительности. Исторически корни, когда, как правило, женщины занимались благотворительностью, организовывали эти мероприятия, вот оно напрямую проявляется. Для меня это важно. И для моего мужа тоже. То мы еще и своих детей и внуков уже теперь вовлекаем в это. Они тоже являются, и они знают, что именно нужно помогать тем, кто нуждается. Это очень важно. Вечера благотворительного фонда «Родная» известны участием VIP-персон не только в качестве зрителей и жертвователей. Многие известные политики и бизнесмены вместе с артистами выступают на сцене. История этого вечера такая, что однажды мы со своей командой увидели благотворительный вечер, который проходил в Москве, и наш президент сел за рояль, и, не будучи понятно, что пианистом, он что-то сыграл. Это такой посыл, когда человек говорит, что я ради детей могу сделать нечто такое, что не делаю никогда в жизни. А когда заместитель губернатора выходит со своей дочерью, поет. Когда министр играет на гитаре. Олег Митяев участвовал в наших мероприятиях, передавая свои лоты на аукцион. Вечер «Добрые сердца», который пройдет 14 февраля в «Рэдисон», посвящен сбору средств для тяжелобольных малышей. В программе, в частности, заявлено дефиле VIP-персон с коллекции «Дома моды Фортуна». У нас классический благотворительный вечер. Есть творческая часть, когда известные люди выступают в необыкновенном для себя амплуа. У нас есть дефиле наших благотворительниц. У нас обязательно будут лоты, которые мы будем разыгрывать. И у нас обязательно будет лотерея, в которой тоже будут принимать участие наши гости. Ну, мы каждый год делаем разные коллекции, поскольку все равно наша жизнь, она заключается именно в создании красоты. Для людей, которые признают красоту, которые любят красиво одеваться, это очень в жизни тоже много значит для настроений, для жизни. Смешение стиля для меня это очень интересная вообще тема, и я люблю вообще эту тему. И что такое коллекция? Это для творческого человека это порыв души, да? То есть вот у меня сегодня такая, как бы, да, вот я хочу именно видеть своих девочек вот именно вот, вот именно в таком амплуа, в таком виде, в таком стиле. Данная коллекция стрит-стайл. Это городская, уличная городская мода, но она, знаете, не совсем такая уличная в прямом смысле этого слова. Она именно такая немножко богемная. Каждая из тех, кто участвует в дефиле, они благотворительницы. Единожды пройдя по подиуму, да, они потом с нами. Они остаются с нами и участвуют в каких-то других мероприятиях. И мне кажется, вот это такая красивая сторона этого благотворительного вечера. У нас всегда есть обращение от родителей. Всегда эти обращения есть. И, как правило, к благотворительному вечеру мы выбираем несколько историй, совместно выбираем с нашим попечительским советом, с нашими партнерами, совместно выбираем несколько историй, которым мы вот можем помочь сразу, разово. В этом году тоже будут 4 истории деток, которым нужна помощь. Поддержать семьи подопечных фонда «Родная» взялась и программа «Beauty Time». Репортаж с благотворительного вечера «Добрые сердца» выйдет в ближайшем после 14 февраля выпуске. Это «Beauty Time» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск.
Жемчуг считается первым украшением человека. На протяжении тысячелетий этот минерал сохраняет свой драгоценный статус, а его уникальность в том, что он не нуждается в дополнительной обработке. Каждая жемчужина – это живое существо, возникшее и выросшее в организме моллюска. Чаще всего рождается белый жемчуг, а реже всего черный и голубой. Зависит от пигмента раковины устрицы-жемчужницы. Вот какой у нее пигмент, такой получается цвет. От температуры воды в море и от концентрации соли тоже. Вот от этого зависит цвет жемчуга. Белоснежно-белый вид жемчуга произрастает в Японии и Австралии. Как раз в этой коллекции представлены жемчужины Кимберли, названные по месту их происхождения. Это такие труднопроходимые места, где много диких животных, куда очень трудно добраться. И он на глубине, в открытом море, там растет, в раковинах, жемчужницах. Задействовано на процесс выращивания жемчуга 600 человек. Для того, чтобы его вырастить, моллюска сначала вживляется в раковину. И там маленький-маленький такой шарик перламутра. Обрастает все крупнее и крупнее, год за годом. Вот говорю, что 3-4 года, и получается вот такой уникальный жемчуг, его не очень много. И если вы его поднесете, вы можете увидеть свое отражение. Просто вот свое отражение увидеть. Тем и уникален этот жемчуг, он как будто бы зеркальный. Золотой жемчуг добывается на Филиппинах. Его особенности в том, что он, чем он ближе к золотому, тем он дороже, и чем он больше, тем, ну, весь жемчуг, чем крупнее, тем дороже. Также очень долго произрастает, он тоже несколько лет растет для того, чтобы не просто 2-3 раза вот был обнесен перламутром, а чтобы вот изначально весь был перламутровый, прозрачный. Черный жемчуг добывается в Полинезии. Он бывает светлого оттенка, бывает темного оттенка. Чем темнее жемчуг, конечно, тем он дороже. Жемчуг часто ассоциируется с благородной классикой, но современные дизайнеры выходят за грани консервативности, реализуя весьма смелые свои замыслы. Во многом этому способствует разнообразие форм. Жемчужины неправильной формы называют барочными, а такая форма полусферы – это жемчуг мабе. Особым способом выращивается. Он не кладется внутрь устрицы-жемчужницы, а он именно на стеночке кладется и выращивается именно на стенках. Поэтому получается вот такая вот половинка. В ювелирных украшениях жемчуг элегантно соседствует с бриллиантами. Его красоту и блеск подчеркивают белое и лимонное золото. Не менее эффектно черные жемчужины смотрятся в темном родированном металле. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Искусственный мех сегодня все реже сравнивают с натуральным, ведь это не демократичная его альтернатива, а самостоятельный фактурный материал. Абсолютный тренд не только этого сезона, но и будущей весны. Оптимальный вариант подачи чебурашковой шубы – это стиль Smart Casual. Casual, потому что все это можно вписать в повседневность, а Smart, потому что хорошо будут смотреться в комплекте драматические элементы, как, например, джинсы цвета металлик или брюки с контрастной клеткой. Последние, кстати, подружились с меховым бомбером – курткой на молнии. Одну из моделей дизайнеры представили в двустороннем варианте, то есть можно носить мехом внутрь. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1,5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Парикмахерская мода сегодня смела и провокационна. Чего стоят яркие оттенки волос, которые нынче очень популярны?
И особенно сильно эти тенденции проявляются в формате парикмахерских шоу, когда мастерам, если можно так сказать, представляют концентрат своей творческой энергии. Парикмахерское шоу – квинтэссенция творческой энергии. Представление тенденций будущего сезона, связанных с формой, цветом и текстурами причесок. Это красивое зрелище доступно лишь профессионалам. Парикмахеры – люди, представители одной из самых счастливых профессий. Поэтому все девушки будут красивые, ухоженные и с хорошим настроением. Кто действительно в своей профессии хочет больше знать, они больше интересуются и стараются работать во всех направлениях, в трендах. Нам в прошлый раз очень понравилось, мы были, и в этот раз, как предложили, мы сразу только за. Обычно в таких показах есть обучающий элемент, чтобы зрители, коллеги смогли не только увидеть результат работы, но и частичку процесса. Это не совсем стандартный мастер-класс, к которому привыкли все. Это такой больше вечер о том, не как сделать руками, а, наверное, о том, как осмыслить то, что ты будешь делать, и то, что ты будешь предлагать. Вот, наверное, вечер все же об этом. Конечно, разговоров будет очень много интересных. И будем отвечать на разные вопросы. Вести беседу с залом и с нашими сердцами. Если говорить о тенденциях, то мастера-трендсеттеры предлагают обратить свое внимание на смелые цвета. Что касается форм, они будут вполне традиционными. Однако не стоит это понимать буквально. Это каскадные слоистые стрижки. А с другой стороны, это мужские формы в женских стрижках. То есть короткие стрижки, они очень актуальны. Просто надо правильно мастера найти. И мужские стрижки будут более женственные. Как бы неплохо это звучало, потому что именно каскадная стрижка для мужчин, вальс, паш, они будут актуальны. Главная тенденция современности в целом и моды в частности – это индивидуальность. То есть трактовать все, что предлагают стилисты, можно по-своему. У нас это яркие оттенки, это могут быть теплые тона, спокойные. Но вообще больше приветствуется креатив, это блочное окрашивание, растяжки цвета. У нас сейчас модно блочные окрашивания будут, то есть тенденция идет, что блочное окрашивание все-таки помимо рассветления волос. И каждый возьмет то, что он хочет. Он увидит ту изюминку, тот нюанс, которому не хватает в работе. Новое видение следующих лет, видение причесок, образов, одежды, макияжа. Здесь будет учтено все. То есть полный образ нынешнего поколения. Это одежда, это обувь, это поведение, это какая-то музыка. В последнее время основным трендом является индивидуальность. И на ней все строится. Вот если ты индивидуален, если ты яркий, то тебе вот все пойдет. И ты этому миру покажешь себя. Если ты скромничаешь, то тогда, наверное, вот твоя скромность тоже тебя во многом может украсть. Антитрендов нет вообще. Вот это все, опять же, на твоем ощущении. Если ты вот готов отрастить волосы, то это не значит, что это тренд или антитренд. Это вот, ну вот мне сейчас так комфортно. И так же с каждым человеком. Ты всегда хочешь показать максимум того, что ты можешь. И вот сегодняшний вечер не исключение, потому что мы предлагали максимально яркие оттенки, как мы и говорили, для того, чтобы подчеркнуть вот эти блоки, эти окрашивания, чтобы они со сцены смотрелись понятными. Потому что сцена – это такое очень магическое место, оно тебя либо съедает и тебя не видно, или наоборот, ты должен быть вот во всей красе, чтобы тебя было видно и все тебя увидели. Вот для сцены эти окрашивания очень яркие. Для салонной работы эти оттенки могут быть смягчены. Я
каждый возьмет свое. Кто-то возьмет вдохновение, а кто-то возьмет какие-то формы в стрижках, кто-то возьмет техники окрашивания. Вектор парикмахерской моды на будущий сезон можно считать заданным. Благодаря этой инсайдерской информации у нас с вами есть несколько месяцев все это обдумать и осмыслить, и встретить весну во всем своем стильном многообразии. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Кул-лифтинг – это мезотерапия без уколов, плюс гидротерапия, карбокситерапия и криотерапия. Работает в глубоких слоях кожи, увлажняет, способствует разглаживанию морщин и выравниванию тона на поверхности. Методику кул-лифтинг оценили столичные звезды. Ощущение, что я выспалась на облаке, такое легкое, такое приятное, прохладное прикосновение. Это прекрасная альтернатива уколом и инъекциям. И это действительно оружие красоты. Это однократная процедура для красной ковровой дорожки, как мы говорим, и курсовая процедура для, допустим, коррекции обезвоженности, либо для коррекции морщин, да, либо для коррекции плохого цвета лица. Если хотим наблюдать стойкий эффект, нужно выполнить курс из 6-8 процедур. Инновационная методика кул-лифтинг появилась и в Челябинске. Она представлена в имидж-студии Елены Ивановой.
Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале и на страницах в соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».